Да. Алло. Да-да. Ну как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Чё? Куда ты звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Ты кто такой? Михаил Павлович. Какой Михаил Павлович? Терентьев. Такого не знаю, ты ошибся номером, друг. Кто? Ты. Чё с деньгами? С какими деньгами? Ну, который я внес в капитал. Куда? В капитал прожиточного минимума. Ты пьяный или кто? Я сынок. Я Михаил Павлович Терентьев. Кто такой? Пьяный. Вот именно, ну и все. Завяжи лямку, ебаный в рот. Куда? Чё завязать? Завяжи лямку! А чё ты кричишь? Да ничего. Алло. Да. Ну чё там? Чего? Как с деньгами обстоит вопрос? С какими деньгами? Которые я вложил в капитал. В какой капитал? Прожиточного минимума. Какой? В смысле, в какой? Ты куда звонишь? По какому номеру звонишь? По твоему номеру. Ты сынок! Чё? Сынок ёбаный! Чё? Ты куда звонишь? Чё ты кричишь? По какому телефону звонишь? 22-505. Ну, какой капитал? Питер ты ёбаный. Прожиточного минимума. Ну, прожиточного. Ну, а чё ты кричишь? Да нихуя, а то соплю разобью тебя нахуй, сопляк ёбаный. Ты чё? Ты там... понял, да? Я не понимаю, хуй. Всё, заткнись нахуй. Алло. Пидорас ёбаный. А чё я? Ты приедь сюда, я тебе бошку отверну. А какой адрес? Вот приедь сюда, я тебе бошку отверну, сопляк ёбаный. Да не надо. Ты понял, да? За что? За всё. А чё я сделал? Сынок ёбаный. Чё с деньгами? Ты понял меня? Чё с деньгами, я спрашиваю. Вот всё, какие-то деньги ёбаный, пидорас. Кто? Ты. Почему? Всё, заткнись. Алло. Алло. Я сейчас ещё знаю, с какого ты телефона звонишь. Я звоню сейчас из офиса. С какого офиса? Находящийся по улице Красноармейской, 4. Вот номер на твой телефон, скажи мне. Алло. Скажи номер телефона своего. Зачем? А чтоб я приехал, тебе моську набил, нахуй. За что это? А за все. Ты понял, да? Ничего не понял. Я тебе сказал, сынок. Что? Ты понял меня? Папа. Все? Че все-то? Ты давай номер телефона или сюда приезжай. А, с деньгами как вопрос обстоит? С какими деньгами? Которые я вложил. Куда ты вложил? В капитал. В какой? Прожиточного минимума. Пидорас ебаный. Что? Короче, ты меня заебал. Теперь ты отправляешься в Бразилию.